красавельчики, продолжаем. Состав. Защита устала. Нападение еще раз проверим. Стоп. Можно же корейца. Тут же очевого поставить. Испанцы. Ко всеобщему облегчению они выбрались из зоны вылета. Но теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть по позиции. И вот состав хозяина. Тренер решил использовать классическую схему 4-4-2, но самое главное. Чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Офсайд есть. Азар. И пас. Ручного. Жерар Пике идет. Получай. Зуннига забивает. Отскок в нашу пользу. Верный шанс на мне счет.
Как он прошел так? Что за фигня? Как он забивает, блин. Забрал нормально. Да, не в мяч. Ты сейчас забивает. Пец. Привет, блин, пошел. Тащит, молодец. Что было? Я на ровном месте придумаю. Приляж. Да что такое, просто взял, врезался в меня. Защитник.
выключай уже, бля, хули. Как он проскакивал. Это что такое? Как они проскакивают, что за фигня? Какой бред какой. Получай. Ну как, он забивает легко, что это бред. Капец. Отличный чист.
Спасибо. Капец. Тут не попадает. Странно, не получается ничего. Десять очков остаемся. Две игры осталось до следующей серии.